Привет, зрители! Сегодня поговорим о Мерседесе. Конечно, громкое название, но сейчас все поясню, пока рано ругаться. Кто такой лох? Лох – это тот человек, который позволяет себя обмануть. Или человек, которого можно обмануть. Ну, по сути, одно и то же. Но это не криминальное понятие. Уголовники взяли этот термин у уличных торговцев в те далекие времена, когда была уличная торговля на Руси. Лохами эти торговцы называли тех людей, кому они могли спокойно втюхать какую-то ненужную вещь за большую цену, сколько она ни стоит. И вот поэтому, когда вот покупаете Мерседес, вы становитесь вот этим вот человеком. Начнем с того, что один мой знакомый купил в 2016 году себе Мерседес CLA. И когда он погнал на ТО, приехал, мы спрашиваем, сколько стоило ТО. Ну, все по порядку, сначала, потом доказуха. Он говорит, первый ТО стоил 20 тысяч рублей. Мы такие, а с чего вдруг? Вот у меня на Шкоде тогда на тот момент стоило ТО 9 тысяч рублей. Я говорю, что тебе делали за такие деньги бешеные-то? Ну, поменяли, говорит, масло, моторное, фильтр масляный и фильтр салонный. 20 тысяч рублей. Я говорю, а какое масло лили? Ну, не знаю, говорит, это же Мерседес, говорит, я машину оставил, говорит, ушел, потом погулял там по Уфе, вернулся, отдал 20 тысяч и уехал. Мой напарник говорит, прикол будет, если мы залили туда Лукойл. Кстати, кто-то пишет, что у Мерседеса конвейерная заливка Лукойл, ну, может быть, кто знает, я точно не знаю. Далее, к чему весь наш сыр-бор с таким названием? Один мой знакомый прислал мне листик с ТО Мерседеса CLE. И вот что здесь написано. Так, амортизатор задний, пневмоподвеска, 47 тысяч рублей, 600 рублей. 47 тысяч рублей, ну, бывает, что-то жарко. Так, дополнительные работы к амортизатору, задняя подвеска, снятие установки, результатом осмотра замена, пневмоподвеска, аэрматик, работа стоит 3600, один амортизатор. Так, шиномонтаж колес, установка грибка, балансировка колеса. 15 тысяч рублей, серьезно что ли, что так дорого-то? 15 тысяч рублей, вот. 15 тысяч рублей. Ну, что-то, ребята, вы что? Что такая цена-то бешеная? Так, слесарные работы, коррозия, резьбовое соединение. Так, 4200 стоило. Мойка радиаторов с частичной разборкой. Очиститель радиатора 0,5 литра. Мойка стоила 49 тысяч рублей. 0,5 литра очистителя 1000 рублей. Так. Шланг системы охлаждения двигателя. Место расположения заменить. 2400. Патрубок радиатора системы охлаждения ДВС левая часть верхняя. 3400. Концентрация антифриза в охлаждающей жидкости. Откорректировать, проверить герметичность контура. Это стоило только 1200. Ребята, вот по антифризу у нас скоро будет ролик. Все легко там и просто. Ну, потом все. Так, охлаждающая жидкость, антифриз, замена, проверить герметичность системы, 3600, да. Так, что такое у нас тут? Антифриз сам по себе, концентрат 1,5 литра, 4 штуки, 7200, нехило. Свечи зажигания, снятие, установка по результатам осмотра, заменить. Пробег 80 тысяч, того Мерседеса, насколько я помню. 8400 стоил. И вот самое интересное. Все цилиндры с помощью эндоскопа проверить. Отверстия для доступа освобождены. Мероприятия по устранению. Рекомендуется выполнить осмотр цилиндров эндоскопом. 3600. Кто не в курсе? За 2500 можно купить эндоскоп с монитором в 10 дюймов. С джойстиком, и он будет 3D. И у вас будет на всю жизнь будет эндоскоп. А с Али за 3600 можно сказать целый чемодан эндоскопов. И что дальше? Весь этот ТО человеку стоил 290 тысяч. Но и вот в чем дальше прикол. Само ТО стоило человеку 290 тысяч, но по окончанию дня у него было выявлено неполадки с пневмоподвеской, и по окончанию дня он оставил в автосервисе этом 610 тысяч рублей. Представляете? 610 тысяч рублей. И к чему весь сыр-бор? Вы, когда покупаете дорогие машины, вы думаете, вы крутые, вы богатые, вы все знаете. Но, понимаете, в автосервисах работают Робин Гуды.
которые забирают деньги у богатых и отдают их себе. Мойка радиатора, ну, не 50 тысяч она стоит. Эндоскоп, он сам по себе стоит 2500. Куда вам 3600? Как говорится, без лоха и жизнь не сладка, да, или как там правильно говорится? Но, как правильно говорит о своих роликах Давыдыч, он когда показывал, когда он на рынок подъехал там на Бэхе, пятерке, а потом на Мерине, там, АМГшном, ему барыги рыночные сразу цены все задрали. То, что было бесплатно для BMW, стало 8-10 тысяч стоить для Мерседеса. Так что, ребята, вы не крутые, вы просто, вас везде все будут иметь. По жизни такая тема. Как ты к людям, так и к тебе. Честно, заработать на 8 мультов на ГЛЕ, мне кажется, трудно. Поэтому всем по заслугам. А у нас будут ролики по антифризу, по тормозухе. Ну а по ТО, ну, Шкода, я скажу, что одним из разводил является такая услуга, как Шкода Плюс. Дополнительная проверка электроники. Не берите ее. В 2016 году она стоила 1500 рублей. Это просто шляпа. При мне делали вот эту ерунду. Я говорю, и что вы сделали, ребята? Ну, мы, говорит, усиленно проверили электронику. Это делается стандартно на каждом ТО. Всегда еще тормозную систему проверили, так пальцем по диску проверили. А, диски нормальные. А кто будет отбраковывать тормозные колодки? Вот, например, сейчас я покажу, где у меня тут. Банально, стоит копейки, проверяются тормозные колодки. У меня зад нормальный, вот перед уже, походу, придется менять летом. Ну, это все летом, посмотрим, вы сами все увидите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не давайте себя обмануть. До свидания. А теперь для тех, кто досмотрел ролик до конца, бонус, анекдот. Берется интервью у ДПСника, который работает на Рублевском шоссе. И корреспондент спрашивает: расскажите, пожалуйста, какой вы брали самый большой штраф, работая на этом месте? ДПСник отвечает: я взял штраф 250 тысяч евро. Корреспондент говорит, вот такие глаза круглые, говорит, а с кого и за что? Что же было за нарушение? Штраф, говорит, я взял с владельца Bentley Continental, говорит, за превышение скорости. И на сколько же он повысил скорость, спрашивает корреспондент? На 100 км в час. Ну, штраф же был огромный, за что такие? Почему вы взяли такой штраф? Ну, потому что можете себе это позволить. Вот так вот, товарищ. Купил себе тачку за бешеные деньги. Я думаю, ты тачку купил за незаконно заработанные деньги, поэтому плати по счетам. И помните, наверху спросят за все и со всех. Там вы не отмажетесь, никакого блата. Поэтому пока живешь, живи по совести. Если уж что-то не так случилось, как сказать, раскайся и твори добро. Еще в старые, в царские времена церковь через попов заставляла купцов платить не только церкви, но и народу. Потому что если Господь тебе позволил быть богатым, ты обязан делиться. Иначе с тебя спросят. Так что, если ты богатый, задумайся. Подписывайся на канал, ставьте лайки. До свидания.